Девчонки, всем привет! Снимаю в очень непривычной обстановке, в непривычных условиях. Ну, так получается, что я не могу сейчас снимать дома, поэтому вещаю вот в таких условиях. Но я думаю, что для вас все-таки главное не то, что вы видите вокруг, а та информация, которую я вам преподношу. Ну и, как всегда, расскажу вам в этом видео, ну, во-первых, план моих покупок и акции по каталогу номер 14 компании Faberlic, который будет у нас работать с 23 сентября по 13 октября. Достаточно большое опять количество закладок, и обо всем по порядочку, и про акции каталога, и обо всем я вам расскажу по порядку. Ну, а для начала покажу вам, что у меня на губах. Это самый популярный вопрос, мне кажется, под видео. У меня сейчас на губах лак для губ серии Секрет и оттенок 40-043. Поближе вам покажу. Он достаточно темным смотрится в каталоге, ну а в жизни вот таким образом смотрится. Ну и, честно говоря, это просто как такая, я бы сказала, жидкая губная помада. Все-таки это не лак, ну потому что никакого такого глянцевого, слишком ровного покрытия не дает. А следующее, с чем бы я хотела бы с вами поделиться, это промокоды на сайт Mamsi.ru. Вот кто никогда не был, зайдите, посмотрите, я оставлю ссылку под этим видео. Это такой сайт, в котором собрано очень-очень много различных брендов, и они продаются со скидками. До там, мне кажется, я и 30% видела, и даже больше. Посмотрите, зайдите, там я лично для себя обнаружила бренд «Гулливер». Я раньше детей, свою старшую дочь одевала только в этом магазине, но сейчас там просто какие-то заоблачные цены. А как раз на этом сайте я посмотрела, и очень классные цены для такого бренда, действительно низкие. Ну и промокоды на первый заказ 15% у вас будет, а на последующие 5%. Оба промокода я вам оставляю. Пожалуйста, пользуйтесь, экономьте и получайте удовольствие. Все условия по доставке, возврату, там все на сайте подробно расписано. Можете почитать в соответствующих разделах. Ну и что касаемо каталога, давайте я вам покажу самые основные акции, которые у нас действуют. Смотрите, сейчас идет еще у нас 13-й каталог, и в нем мы получаем карты «Твой бонус». Он у нас будет действовать до 22 сентября, и мы за каждые 299 рублей получаем вот такие карты. В этом каталоге, в 13-м, мы их будем тратить, скидки до 70%, и я обязательно сниму видео, опять же, по вашим просьбам, по обмену этими картами, поэтому ждите. На этой неделе, скорее всего, ближе к выходным, я такое видео для вас сделаю. Ну, а в этом 14-м каталоге уже будет действовать другая акция. На каждые 999 рублей покупок по этому каталогу будет даваться купон 250 рублей на определенные товары из каталога номер 15. Это вот основные. Ну, и для новичков у нас будут предлагаться колготки в подарок за первый заказ при покупке на сумму 1699 рублей. Это для тех, кто еще не зарегистрирован в компании, но может пройти по ссылке под этим видео, зарегистрироваться в период действия вот этого каталога, оплатить свой заказ на указанную сумму. Эта сумма в ценах каталога, у вас уже будет 20% скидка сразу после регистрации. Ну и в следующем каталоге получить колготки стоимостью двух пар в каталоге 1198 рублей. В общем, это очень классный подарок на осень и на зиму, поэтому смотрите. Ну и следующее, что бы я еще хотела сказать вам, если сейчас вы смотрите и еще не наступило 23 сентября, то вы еще успеваете поучаствовать в моей акции 250 рублей в подарок лично от меня для тех, кто выполнил первый шаг. То есть сейчас действует 13-й каталог, показать его не могу, у меня его нет с собой. Но вы можете его посмотреть на обложку, там шикарнейший подарок, я тоже снимала по нему обзор. Можете посмотреть этот обзор. 250 рублей я дарю каждому, кто выполнит условия, которые обозначены на обложке каталога номер 13. То есть там покупка на 1499 рублей. Вы ее должны оплатить по 22 сентября, и тогда я начислю вам 250 рублей. И в этом каталоге, который я сейчас вам начну уже наконец-то показывать, вы сможете эти 250 рублей применить на оплату заказа. Вот такая у меня личная акция. Ну и новинки. Первое, что на первом же развороте мы видим, это новый аромат, в
красном флаконе, наверняка он будет густой, шлейфовый, но я предполагаю, у меня пока пробника нет, не могу ничего сказать. И называется он «Desirable». Ну, это, видимо, на французский манер, а те, кто учил английский, они прочитают «Desirable». И очень хотелось бы узнать, наверняка кто-то из вас уже получил пробники, расскажите про этот аромат. Я, к сожалению, пока не заказала. Так, дальше про эти акции я вам рассказала. Следующая страница 6-7, и здесь у нас новый цвет в колготках из микрофибры. Раньше у нас были колготки, обращаю ваше внимание, 60 ден, сейчас 80, они стали чуть-чуть дороже. Колготки 60 ден идут на распродаже, 299 рублей, обычная цена у них выше. Ну, а здесь появился новый цвет, изумрудный. И что у нас еще появилось, это водолазки женские из рельефного трикотажа. Я отметила себе бежевую водолазку. Почему-то захотелось купить, знаете почему? Потому что ворот у этой водолазки не сильно подходит к овалу лица и не будет его сильно подчеркивать. Захотелось попробовать. Здесь состав 46 модал, 46 хлопок и 8 эластан. Ну, несколько оттенков здесь есть. Я еще приглядываю какой-нибудь, не знаю, вот из красно-бордовых, но начну с бежевого для того, чтобы посмотреть, в принципе, что это за качество. Дальше, следующий разворот, опять у нас новинки, зонты в трех оттенках, но почему-то даже не написано, какой это, вот он мини-зонт складной, вручную он складывается, или это автомат, ничего не написано, хотя вот при покупках по каталогу, конечно, было бы желательно все это знать изначально, а не ждать, когда кто-то купит или там на сайт обращаться. Я считаю, что, конечно, это должно быть все в каталоге. Но самый большой минус у таких мини-зонтов — это вот такая ручка, очень маленькая, очень мелкая будет, и, конечно же, за нее не очень удобно держаться, но зато мини-формат входит в любую сумочку. Вот здесь есть и плюсы, и минусы. Следующее, очки, 599-я страница. Я покупать их не буду и даже не знаю, как останавливаться на них или нет. Ну, в общем, мне ни одни, ни вторые не нравятся ни по форме, ни по... не по стилю, поэтому я точно покупать не буду. Дальше, страница 10, и обращаю ваше внимание, здесь участвуют в акции помады, и за 169 рублей будет каждая, если купить два продукта. Ну, во-первых, смотрите, помада «Бархатный сезон», которая у нас очень давно не была ни по каким скидкам, и даже если была, то мой любимый оттенок 58-й, 40-058 «Бархатный бежевый», он в этой акции, даже в каких-то акциях не участвовал. Я не знаю почему, наверное, потому что он и так, наверное, хорошо продается. У меня он был, но мамочка сказала, ой, мне нравится, и, конечно, ей отдала. И теперь решила возобновить использование этой помады. И, скорее всего, закажу, но в пару, наверное, пойдет какой-нибудь оттенок из миллиона переливов. Я обожаю просто эту помаду, она ложится очень тоненько. Достаточно твердая она при нанесении, то есть нужно прям сначала надавить на нее, возможно, немножко, а потом, когда тепло губ на нее передается, она чуть-чуть подтаивает. Обращаю ваше внимание на то, что два продукта, не обязательно две помады должно быть. Можно еще открыть следующий разворот и купить здесь тушь. Для тех, кому нравится такая тушь, я лично не оценила ни один цвет. Сначала мне говорили, что проблема с нанесением только у цветных тушей, купи черную. Я купила черную, ровно два раза накрасила и выбросила, потому что для меня это очень неудачная тушь. Дальше. Переупаковали у нас жидкое мыло вот в этой линейке. Вообще на линейках, конечно, для душа не люблю останавливаться. Там всегда миллион акций и ничего особо такого нет. Дальше, страница 34, и здесь бальзам «Зима». Это самый-самый любимый мой бальзам, будет всего лишь за 59 рублей при покупке на каталог, по каталогу от 499 рублей. То есть за каждые 499 рублей покупки вы сможете взять один бальзам за 59 рублей. Это здесь цена указана по каталогу. Если вы зарегистрированы, то она, соответственно, будет меньше, ну, как минимум на 20%. Дальше, линейка «Суфле для тела», я все еще думаю, купить, не купить, повторить, не повторить, вот такое с оливой. Никаких условий, видите, нет, не нужно ни два продукта покупать, ни в наборе с чем-то, поэтому я, конечно же, их повторила бы. Мне очень понравилось это суфле,
Я им до сих пор пользуюсь, с тех пор, как купила. Ну, в общем, я очень рада. Здесь хотела вам показать просто страничку. Мне понравилось ее оформление в виде тетрадных листов. Здесь в клеточку, здесь в линеечку. Не знаю почему, но мне это понравилось, и я решила вам показать именно просто ради странички. Ну, а так, мужская линейка здесь представлена и в наборах, и какие-то отдельные позиции, тоже со скидкой. Следующее, аромат Рената. Аромат Рената в красном флаконе будет по специальной цене 999 рублей. Запасайтесь, кому этот аромат нравится. Наступает прохладное время года и холодное время года. Он такой как раз согревающий, теплый и очень похож на Armani Си. Это вот, ну, если вы хотите протестировать, можете прийти куда-нибудь, ознакомиться с ароматом Armani, посмотреть на его цену, а потом купить Ренату за 999 рублей, либо там со скидкой, да, еще минус 20% или 26%, в зависимости от того, какая у вас действует скидка. Ну, и получать равноценное удовольствие, чтобы вы получали от Armani. Следующая моделирующая тушь для ресниц в розовой упаковке, 279 рублей всего, и тоже без каких-либо условий. Обычно у нас эта тушь идет при покупке по каталогу на такую-то сумму или при покупке декоративной косметики, то есть всегда тоже нужно соблюдать какие-то условия для того, чтобы эту тушь получить со скидкой, а здесь просто она 279 рублей. И в отличие, допустим, от вот этой туши, это еще идет в бархатном футляре, в бордовом, очень красивом. Ну и как подарить, так и самой пользоваться, конечно, приятнее. Это уже прям приближает ее к люксовым продуктам, которые продаются в каких-то парфюмерных магазинах. Потому что, ну, даже и у люксовых, не у всех есть бархатный футляр. То есть это такой, ну, прям, мне понравился такой нюанс в оформлении. Страница 80 и карандаши для губ всего лишь по 109 рублей. Обращаю ваше внимание, я карандашами не пользуюсь. Это затачивающиеся карандаши. И не пользуюсь, поэтому я не могу ничего про них сказать, кроме того, что 109 рублей – это действительно низкая цена, потому что так они, по-моему, стоят 179 рублей. Дальше, обращаю внимание, сияние в цвете. Помада очень, сама ее люблю, и те, кто ее покупал, по моей рекомендации, они возвращаются к ее покупке, 169 рублей. Будет вот несколько оттенков здесь представлено, и будет очень хорошая скидка. Сейчас 259 рублей на нее цена. Мои любимейшие блески из линейки Marie Wey, 99 рублей. И у меня несколько оттенков уже подходят к концу, и я обязательно буду пополнять свои запасы. Кстати, сейчас по 13-му каталогу есть вкладка в выгодных акциях «Остатки сладкие», там до 80% скидки. Я туда зашла и нашла там свой любимый оттенок, который у меня точно закончился, ягодный мусс. Это вот самый нижний здесь внизу. И он там 66 рублей, закупочная цена, это получается, наверное, 89 рублей, то есть еще на 10 рублей дешевле, чем здесь. Я не знаю, будет ли на вашем складе такой блеск, но попробуйте, посмотрите, может быть, у вас он есть. Он такой получается очень нежный, вы знаете, дает какой-то такой легкий блеск, глянец такой губам и едва-едва заметный оттенок. Казалось бы, что ягодный мусс, он должен быть каким-то, ну, насыщенным, нет, ничего подобного, насыщенности никакой нет. Очень красивые оттенки. Вообще все красивые здесь оттенки. И их можно нанести и ярко, и бледно. Я просто обожаю эти блески. Они еще и уходовые. Так что, девчонки, посмотрите, может быть, у вас тоже есть остатки сладкие. Именно так называется эта вкладка. Ну и посмотрите, очень много там написано до 80%. И действительно очень много товаров по очень-очень низкой цене. Я вчера зашла, посмотрела, и вот, мне кажется, никогда еще не было в этой вкладке так много выгодных цен. Дальше. Любая тушь 149 рублей при покупке по каталогу на сумму от 99 рублей. Ну и из всех тушей, которые здесь представлены, могу рекомендовать верхнюю. Это Push Up. Это очень-очень черная тушь, которая красит с первого раза. Делает огромные черные ресницы идеальные. Следующее, что покажу, это каялы. Я уже скупила почти все, почти. Вот опять же, в остатках сладких я купила каял 52-36. Если мне не изменяет память, рублей за 60, за, может быть, за 66 тоже, как тот блеск. Очень как-то дешево я его купила.
У меня есть необитаемый остров, который вот повыше, темно-коричневый, этот посветлее. Просто уже потому, что там, ну, совсем он копейки стоил. А у меня, получается, на данный момент нет белого песка, он тоже есть в остатках сладких. И ночной сонат — это черный карандаш. Черными я не пользуюсь, такими светлыми тоже. Не знаю, скажите, кто пользовался вообще, как он перламутровый, не перламутровый, куда его наносить, для чего он такой светлый. 109 рублей. Я в прошлом каталоге их за 129 рублей покупала, потому что 179 рублей – это регулярная цена каталога, а здесь вообще 109. Конечно же, рекомендую. Каялы затачивающиеся, но я не экспериментировала с подводкой по водной линии. Я просто делаю подводку. Вот сейчас, например, у меня оливковый карандаш. Он тоже был в остатках сладких, кстати, да. Называется «Оливковый сад 5246». И я этот карандаш решила повторно не заказывать, потому что он у меня новый, и его еще надолго хватит, при том, что у меня практически все каялы уже собраны, то есть повторные покупки я пока не нуждаюсь. Дальше. Любые два продукта по желтой цене, страница 96-97, и здесь пудры. Я поищу пару с кем-нибудь, в пару встану и хочу заказать себе рассыпчатую пудру. Я практически допользовала уже темный оттенок этой пудры. Он называется светло-бежевый, но он достаточно темный, такой с эффектом легкого загара ложится на лицо. И я закажу себе или фарфоровый, или бесцветный. По-моему, у меня фарфоровый даже есть в запасе, а бесцветный я бы попробовала. Говорят, что там блестки, но меня это не особо останавливает. Возможно, попробую. Дальше, линейка Beauty Lab, вот посмотрите, по желтым ценникам. Ну, кстати, это практически всегда у нас регулярные цены на маски. Здесь хотела остановиться на том, что вновь появилась фольгированная маска, которую я когда-то купила и до сих пор так и не попробовала. Вот так она выглядит на лице, будет выглядеть на вашем лице. Когда-нибудь я ее все-таки достану и протестирую. Сейчас у меня есть свободное время и в ближайшее время, я думаю, что мы ее протестируем. Ну, а также одну из этих масок, вот очищающую, вы можете получить в подарок за свой заказ по 13-му каталогу, который работает до 22 сентября. Поэтому успевайте, как раз еще и попадете, можете попасть в акцию с 250 рублями. Это моя персональная акция. Я сниму все-таки отдельное видео для нее, потому что сейчас его еще не существует на данный момент, но будет. Страница 121 и кислородный активатор. Это один из любимейших средств, одно из любимейших средств, которые я регулярно перезаказываю. Периодически перехожу на что-то другое, потом возвращаюсь. Этот кислородный активатор нужен для того, чтобы использовать его либо в качестве сыворотки под крем, либо как самостоятельное средство. Вот летом я, например, использовала его просто как самостоятельное средство вместо дневного крема. Буду покупать или нет, еще не решила. У меня очень много сывороток сейчас есть в запасе, и я этот активатор использовала вместо сыворотки, так что сейчас просто ему есть много разных замен. Наверное, повременю с покупкой. Ну, хотя к 13 октября я, возможно, уже что-то использую и его куплю. 123-я страница, очищающая пенка мусс, всего лишь 329 рублей. Очень редко бывает эта пенка мусс у нас по акции. И это, скорее всего, связано с тем, что это хит продаж. Каждый раз, когда открываешь каталог, где нет на него скидки, здесь написано хит продаж. Я думаю, продается и так очень хорошо. Ну, а здесь со скидкой получается 70 рублей. Очень приятная скидка. Кто любит эту пенку, акция как раз для вас. Следующая, 129-я страница. И кремы из линейки Renovage за 999 рублей. Целых 3 крема. Дневной, ночной и для век. Шикарнейший набор, это вот просто сразу куплена вся уходовая линейка. Я использовала дневной крем, мне очень понравился. Я использовала крем для век, вот ночной только, до ночного у меня не добрались руки. Ну, а так посчитайте, сколько стоил бы вам этот набор, если бы вы покупали каждый крем в отдельности. Вот здесь указаны все цены, то есть это было около 1500, получается шикарная просто цена на набор на всю линейку. Дальше. Вот здесь я уже показываю только для того, что я планирую купить дезодорант. Именно мятный. Видите, желтые ценники, значит, нужно купить два продукта. В любом сочетании. Либо два одинаковых, либо два разных. И любое четное количество заказывайте, у вас будет желтый ценник. Ну, я, наверное, куплю два
мятных дезодорантов. Это все, это моя любовь. Я периодически покупаю что-то другое, но все-таки понимаю, что я скучаю по мятному и решила даже больше не экспериментировать, а покупать только мятный и все. Дальше, страница 169. И мусс для интимной гигиены всего лишь 199 рублей. Это на 50 рублей дешевле, чем его регулярная цена в каталоге. Я очень хотела его купить, но девчонки меня отговорили. Сказали, что он достаточно жидковатый для мусса. Но все-таки хочется свое мнение получить о нем, поэтому, возможно, я закажу. Вот как настроение будет. Дальше, 196-197. Любые два продукта из линейки для новорожденных по желтым ценникам. Это очень классная акция. Посмотрите, какие низкие цены на все. И однозначно могу рекомендовать концентрированный гель для стирки детского белья. 239 рублей. Он обычно продается за 499. И я его покупала, кстати, уже по акции, когда он был без желтых ценников или тоже по желтым, не помню. Ну, в общем, я его за эту цену уже покупала, и он пришел абсолютно свежий. Я вам больше скажу, пришел кондиционер для детского белья, который у нас грешил тем, что он был очень густой и забивал даже, представляете, мне рассказывали случай, что этот кондиционер забивал сток из отсека для кондиционера, потому что он был настолько густой, что просто потом невозможно было, не пробив его, невозможно было пользоваться кондиционерами, они просто не уходили в стирку. И мне он пришел совершенно свежий, совершенно жидкий, очень даже жидкий, я бы сказала. Так что это было буквально в июле или в июне месяце. Так что, девочки, ну не знаю, вот на Уральском складе, по крайней мере, все это было свежайшее. Еще в прошлую акцию не думаю, что сейчас откуда-то достанут из запасов что-то очень густое и старое. Страница 219. Здесь у нас такая новинка, старинка. Пятный выводитель для белых и цветных тканей. Я, кстати, когда в предыдущий раз у нас эта новинка была, так и не смогла попробовать этот пятный выводитель. Поэтому я не могу сказать, это то же самое или что-то другое. Вот этот пятный выводитель могу смело рекомендовать. У него здесь цена 379 указана, а если покупать две штуки, то 249 рублей за каждый. Обратите внимание, вот здесь вот мелкими буквами, но это написано за каждый. То есть два купите, отдадите 500 рублей вместо 379 за каждый. То есть экономия здесь налицо. 169 рублей идет у нас новый пятновыводитель. Мне кажется, что предыдущий был дороже. Возможно, у него назначение какое-то было другое. Ну, так как я не покупала, я не знаю и не вспомню. Так, следующий стикер у меня. Да, вот это классная акция. Посмотрите, тряпочки. Тряпки для уборки 129 рублей, желтый ценник, любые два продукта, любые две салфетки, салфетки или салфетки, влажные салфетки или салфетки из микрофибры. А какие тут из них влажные? А, вот эти вот с соседней страницы еще участвуют в акции, смотрите. Вот эти и вот эти салфетки участвуют в одной акции. Покупаете две, действует желтый ценник. Ну, я вам рекомендую однозначно купить салфетку для стекол. Она не требует никаких средств для того, чтобы ей помыть. Вы ее мочите, выжимаете настолько сильно, чтобы уже не капало ничего с нее. И тогда протираете зеркало, окно, но только чистое уже протираете окно, потому что тряпочка это необычно. И я предпочитаю, чтобы она не засорялась грязью, которая на окне. То есть грязь нужно смыть чем-то отдельным. А этой тряпкой уже наводить глянец, блеск и лоск. То есть никаких уже не будет разводов у вас после использования этой тряпки. Что очень-очень хорошо работает на лобовом стекле машины. Изнутри, когда вы протираете обычной тряпкой, потом на солнце вот эти вот все разводы начинают бликовать и затрудняют просто обзор. Вот этой с этой тряпкой такого не происходит. Но опять же протирайте именно чистое лобовое стекло, потому что если у вас на тряпку соберется грязь с этого лобового стекла, то разводы неминуемы. То есть она нужна именно для того, чтобы завершающе сделать ваше стекло, зеркало без разводов. Ну и желтая тряпочка — это просто супер-пупер тряпка, которая отмывает очень-очень сильные загрязнения, пальцы там, ну и тому подобное.
Страница 240-241. Средства для обуви тоже по желтым ценникам. То есть нужно купить два любых товара. И есть новинка. Сушилка для обуви. Две штучки. Это вот такие вот два оранжевых мешочка. Мне очень нравится, что Faberlic использует оранжевый цвет. Он такой позитивный, он такой теплый. Не знаю, это цвет апельсинов, цвет солнышка. Я просто обожаю оранжевый цвет. И сушилка для обуви, то есть нужно, вот здесь показано, что вы просто вставляете в обувь, и она внутри просыхает. А какой же наполнитель? А наполнитель силикагель. Это, знаете, вот эти штучки, которые вкладывают в одежду, вот такие вот маленькие мешочки, внутри них шарики. Вот здесь то же самое, это тот же самый силикагель, который вот эту влагу в себя впитывает. И ну, даже Faberlic вещи приходят, кто замечал. Там эти мешочки есть, но в большинстве одежды эти такие пакетики вкладываются. Дальше. Девчонки, я приболела, у меня болит горло, насморк. Вроде набрызгала перед видео, чтобы не шмыгать носом перед вами, но все, прорвало. 25 минут прошло, уже началось все по-новому. Дальше, страница 248, и здесь у нас представлены колготки 250 ден, именно те колготки, которые у нас идут в подарок вот здесь на последней страничке. И что про них написано? 90% полиамид, 10% эластан, мягкий, эластичный, из микрофибры с классической посадкой, однородный по всей длине, удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая ластовица, идеально подходят для осенне-зимнего сезона. Достаточно плотные, ну и 600 рублей на них цена. Не знаю, девчонки, мне кажется, дороговато. Ну, хотя качественные колготки меньше и не стоят. За 200-300 рублей покупаешь колготки, в которых стыдно выйти куда-то на улицу. Поэтому, наверное, эти с 20% скидкой за 480 рублей должны выглядеть хорошо. Ну и опять, да, я уже об этом говорила. Снова в каталоге у нас колготки в бордовой упаковке. Обожаю эти колготки. Они намного лучше всех тех, которые вышли на новинки. Даже те, которые итальянские у нас называются. Мне они нравятся больше, хотя производство Китай. Дальше. Сейчас уже надо быстрее договаривать. 252. Эластичные колготки 140. Да, у нас появились новинка. А то я... Сейчас буду шмыгать бесконечно. А, ну да, у нас появилась новая коллекция одежды и обуви, но это опять же не для меня. Я искусственные ткани не ношу. Как бы меня не убеждали, что эко-кожа это не дерматин. Девочки, это не натуральный материал, и в любом случае там будет задыхаться нога. Как бы меня не пытались переубедить, меня невозможно в этом переубедить, к сожалению. Дальше появились вот такие вот горжетки, перчатки, шарфы. Здесь эта страница уже была. И пошла новая коллекция, такая в спортивном стиле. И опять же для меня непонятная, особенно вот на этом развороте вещи. Что это вообще? Я не знаю, кто это купит за 2000 рублей. Это просто для меня... Страшный сон и тихий ужас. Ну, вот опять у нас дизайнеры постарались. И в детской коллекции есть такая. Все ярко-красно-зелено-синее. Мужчины одеты в тот же принт, что и женщины, только в синий. Для меня это тоже, я своему мужчине никогда такое не куплю. И сыну, ну, сыну еще, наверное, могла бы, но не буду. Нет, мне это не нравится. Вот ужасно просто выглядит девочка в этом наряде. Мне кажется, она фотографируется и сама недовольна, что ее в это вырядили. И единственное, вот на последней страничке шапки. Вот эти шапки мне понравились, и мне нравится вот эта красная. Ну, мне кажется, не по возрасту, если я буду ходить вот с такой надписью у себя на лбу, а для молодых девчонок эти шапки очень даже должны подойти. Шапка Бини называется, 100% акрил, и она в двух оттенках, бордовом и зеленом. Все, да, подождите, здесь еще повязка из бархата. В общем, вся коллекция, смотрите в конце каталога, новая одежда и новые дизайнерские изыски от компании Faberlic. Ну, еще раз напоминаю, действует для новичков акция, две пары колготок получите в подарок. Очень классные, наверняка, теплые колготки, но
кто покупал? Кто покупал? VIP-консультанты наверняка уже получили, можете отписаться, понравились вам колготки или нет. Ну, а вас приглашаю участвовать в акции моей личной 250 рублей для тех, кто по 13-му каталогу, не по этому, который я показала, который действует до 22 сентября, сделать заказ, оплатить и получить 250 рублей на покупки конкретно вот по этому каталогу. Уже спишите в оплату заказа эти 250 рублей. Большое спасибо за просмотр моего видео. Я надеюсь, что что-то было вам из этого полезно. Ну, а с вами была Марина Соловьева. Увидимся на моем канале. Пишите комментарии. Всем пока!